Здравствуйте! В этот субботний день мы отправляемся вместе с вами в Петровский парк. Здесь после двух поражений «Динамо» играет с череповецкой «Северсталью». Лидеры «Северстали» прямо сейчас перед вами. Ворота череповецкого клуба будет сегодня защищать Константин Шостак. Ну а вот его визави сегодняшний Александр Еременко также на ледовой разминке перед началом этого матча в составе «Динамо». Дола пытается убежать, Шипачев там все-таки как-то его сумел оттеснить к лицевому борту, но бросок не стал носить сразу. А вот теперь шайба в воротах. Так пресс не стал бросать сразу, потом уже с кистей все-таки туда, в сторону ворот шайбу выпустил. И, ну, то ли Роуба, то ли вот кто-то там еще как-то эту шайбу переправил. Кадолу оттеснили к борту. Шайба отскакивает к прессу, бросок с кисти, и никто, кажется, и не задел. Кроме Александра Еременко. Морозов на синей линии открылся, получил передачу, бросил по воротам, там Еременко отражает этот бросок. Байков, а Байков там у борта сокрушил кого-то из черепахчан. Фисенко за ворот. Так, а здесь падение, бросок и шайба в ворота. Шайба в ворота забивает Брызгалов и сравнивает счет в этом матче. Там, честно говоря, мне показалось, что, может быть, даже нарушение было. Вот тут Фисенко. Ну, хотя бы так. Может быть, не было нарушения, Фисенко падает так или иначе. Ну-ка, еще раз. Ну, в общем, не важно, что там было или что там не было. Фисенко в падении сумел выдать пас прямо на клюшку Брызгалову. И Егор забрасывает свою первую шайбу в сезоне. Ну, а это Вадим Шупачев. Что придумает? Передача! И здесь Шостак дотягивается, не давая забить Петунину. А это Рашевский против Шостака. Опасный момент! Друзья, если у вас день рождения, праздновать надо вот так. Дмитрий Рашевский, ну да, здесь череповчане так немножко обрезались. Вот тут Волков делает классный пас. И Рашевский на скорости убегает, но и разбирается с Шостаком. Мало того, что забил, очень красиво это сделал. Тимашов, Вовченко не стал пока бросать. Вот теперь бросок и гол. Вовченко сравнивает счет и делает это в большинстве. Минута тотального контроля. Несколько было попыток и до броска Вовченко там как-то под подставление набросить или сразу бросить в ворота. Но как-то это все было либо не совсем точно, либо не проходило. Станквист. Нет. Бросать добивание мимо ворот. Лишка. Пятый-четыре еще не играли. Галиев. Бросок к воротам. И еще бросок и гол. Это Вадим Шипачев. Выигранное вбрасывание. Галиев вот тут получает снова шайбу от защитника. Бросок к воротам. Отскакивает шайба к Шипачеву. И 3-2. Алексеев налево. Вот это может быть интересно. Колмыков бросок к воротам. Еременко отбивает. А вот тут. Ну бросит-то кто-нибудь уже. Моисеев обыграл. Обвез. И все. И на этом все. Свистов. Передача. Рикошет. Опасный момент. А сейчас был бросок все-таки по воротам. Вот сейчас в зону входит. Более того, здесь быстрая атака схода получается. Куслистов, бросок Еременко отбивает. И опять Шепин вроде подскакивает. Так, игрокам Северстали, но как-то неудобно. Пресс. На паузе бросок отскакивает. От Еременко еще бросок. Но здесь уже Миронов успевает помешать. Ромаков туда снова возьмет за ворота. И это с отрицательного угла бросок. Потом еще один. Хохлов включился в этом нападении. Хорошо подключается слева Ефрема. Бросает с острого угла и попадает в перекладину. Снова на синюю Воинов. Отсюда заряжает пинками перед воротами. Отскакивает шайба к Шипачеву. А потом уже Шостак забирает ее себе. Муранов. Ох, какой момент. И Гумнов не попадает в створ ворот. 3 минуты у Северстали на все про все. Не оттянет передача. Бросок Гераскина. Еременко спасает. 3-2. Александр Еременко по-прежнему в этом сезоне непобедим.